Здравствуйте, уважаемые друзья и подписчики. Сегодня у нас выходной, прогулки, уборка, дрессировка. Вот вывели Яшму погулять, она увидела местную кошку и начала охотиться. Да, у нас еще линька продолжается. Яшма, девочка такая красивая. Тебя комары едят, а ты даже не чувствуешь. Стой. Нет, за кошкой охотиться нельзя. Хорошая девочка. За кошками мы охотимся. Да. Тут через забор соседи. Куда побежала? Нет, она обратно за кошкой. Яшма, там уже нет кошки. Все. Куда? Нет, туда нельзя. Взяла дверь, открыла. Ну ты. Ой, балда. Ой, балда. А, поиграть. У тебя там игрушка живая, да? У тебя живая игрушка там. Стой. Куда побежала? Стой, 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 стой. Как все кошки рядом со стеночками. Так посмотрела, что ты за мной идешь. Надо было закрыть палисадник, Леша. Вот так мы гуляем. Уже практически перелиняли. Нет, туда точно выходить нельзя. Все интересно. Как все кошки, мы любопытны. Сейчас напугаешь народ. Как все кошки любопытны. Вытянулась как в стойку. Опять куда-то побежал. Куда все время бежит, непонятно. Вот так мы за ней бегаем. Не она за нами, а мы за ней бегаем. Ты выглядываешь, да. Чего скажешь? Опять туда пошла, там что-то происходит. Что-то интересное там происходит. Ну вот сегодня выходной, вот так вот мы гуляем. Каждый день по 2-3 часа. Да.